Там скопился мусор от сгоревших домовладений. Угу. Нам давали в мае месяце на 6 домов грузовики и бульдозер, который вывез всего 6 домов. Да, понимаю. Если мне дали помощь 20 тысяч, скажите, да, пожалуйста, как мне строиться и как мне дальше тут процветать? Понятно. А пенсии вы знаете сами какие. Неработающий пенсионер, вдовай. Знаете, может быть, помощь, как бы, да? Ее выделяют депутатам мажоритарщикам. То есть, вот по идее, есть у нас коллега мой Алексей Кузнецов Северодонецка, который, собственно, является вашим народным депутатом, который получает эти деньги и который, по идее, должен был бы это сделать, да? Но, окей, наверное, он где-то другим, я надеюсь, людям помогает. Потому что округ тоже, как бы, ну, не маленький. В прошлый раз получали шифер, подождите. Даю тем, кто пока ничего не получал. Девочки, 300 листов. Даем по 30 листов на каждый дом, это 10 домов. 10. Да. Ну вот сейчас вы видели, слышали свидетелями, да? То есть одна семья делится с другой семьей, потому что, говорит, им не хватит 30 шиферин. Поэтому, если можно, говорит, давайте, говорит, передадим мы им, а мы дальше будем ждать свою очередь. И такие даже бывают ситуации.